снес ворота на въезде к зданию областного ГАИ. Нестандартное ДТП произошло во Владимире вечером 19 числа. На автомобиле «Рено» житель областного центра врезался в закрытые ворота здания по адресу Московское шоссе 1А. По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено» 1981 года рождения осуществил наезд на ворота, ограждающие территорию по вышеуказанному адресу. По факту произошедшего возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится проверка. Как сообщают в полиции, с места происшествия водитель скрыться не пытался. А в соцсетях очевидцы делятся информацией, что при наезде на ворота водитель чуть не сбил детей. К счастью, обошлось без пострадавших. Автор этих кадров в соцсетях также написал, что после столкновения с ограждением мужчина вбежал в помещение ГАИ и кричал о том, что его преследуют жрицы любви. В комментариях к данной публикации большинство пользователей предположило, что водитель либо был в состоянии наркотического опьянения, или же психически нездоров.